мы поставили на Saab Catfisher моторчик Suzuki 2,5 лошадиные силы. Но сразу скажу, что это не для предназначено для этого. Просто мощность этого мотора бензинового на холостых оборотах примерно равна электромотору. Вот. Поэтому мы сейчас просто посмотрим, как он будет двигаться с электромотором. Ну а стоит у нас бензиновый, просто он будет работать на холостых оборотах. Как видим, очень легкий ход и примерно такая же скорость, как и на веслах, то есть порядка 5-6 километров в час. Всяких сюрпризов, все выдерживает, все хорошо, учитывая то, что сборка 5 минут, вес 13 килограмм и в принципе очень компактная в рюкзачке, ну, я не знаю, альтернативы, наверное, нету.